Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проинспектировал ход капремонта Кубинской школы номер 2 имени Героя Советского Союза Безбородова. Инспекция прошла в рамках партийного проекта «Новая школа». Здание было построено 55 лет назад, за это время его полноценный капитальный ремонт ни разу не проводился. В настоящее время на объекте трудится 54 человека. Работы начались в начале марта. Сдать объект планируется в августе этого года.